физиологически природа и так заложена, что наши сухожилия и связки максимально успешно развиваются при практике в двух режимах. Или это изометрический тренинг, или работа с большими весами. Но до того, как мы будем способны работать с большими весами без травм, реально с большими весами, мы должны в достаточной мере развить сухожилийную систему нашу путем тренинга изометрического, тренинга статического, без движения. А затем уже практиковать работу с большими весами в медленном режиме. Вот эти два момента, которые позволяют развить сухожилийную систему. Почему атлеты еще дореволюционные, начало 20 века, несмотря на достаточно скромные габариты свои, я имею в виду в первую очередь силовых атлетов, но в том числе и борцов, вот при своих относительно скромных габаритах обладали колоссальной силой. Есть вот результаты силовые, которые не может вот в наше время, в современное время, не может повторить ни один силовой атлет, независимо от весовой категории. Парадоксально, но факт. Я об этом тоже говорил, что это как бы со стороны смотрится чудо, но никаких чудес нет. И то же самое адепты восточных систем демонстрируют огромные силовые показатели при, ну, не то что достаточно скромных, а очень скромных своих вот при своих габаритах скромных. Но тем не менее, вот это и есть сила сухожилий. И еще об одном моменте я напомню, вот когда я снимал видеоматериалы с гирями, я говорил то, что касается именно развития нашей силовой подготовки, и в частности медленной, абсолютной силы. Чтобы мы не витали в облаках, мы не подпитывались иллюзиями и четко знали, мы должны быть реалистами в этом плане, как и в любой другой сфере деятельности. Мы четко должны знать, на что мы способны. Так вот, относительно силы, и в том числе силы, как и иной другой способности, я говорил, что обладание действительно огромной большой силой — это природный дар. Если нет генетической предрасположенности, мы, естественно, не достигнем таких фантастических результатов. Это факт, это реальность, это аксиома. Как и в любой иной сфере деятельности, если человек не обделен даром, талантом к тому или иному, да, музыку, живописи, техническим каким-то видом деятельности, да, мы не добьемся. Хотя любой среднестатистический человек способен достичь в любой сфере деятельности определенного, допустим, среднего и чуть выше среднего уровня. То же самое, как в спорте. Любой среднестатистический адепт, если нет там каких-то колоссальных нарушений там, в плане здоровья, антропометрии и так далее, может даже в нескольких, параллельно в нескольких видах спорта достичь уровня мастера спорта. Но это будет, конечно, истощение организма, это не на долгий период, потому что все равно организм потом начнет сбоить, мы будем подпитывать внутренние резервы. Поэтому ну, таких универсалов достаточное количество, но в любой дисциплине они будут на каком-то среднем уровне. Потому что невозможно достичь, допустим, в 5 видах спорта одинаковых результатов, одинаково высоких результатов. Так не бывает. Там в прикладных каких-то видах спорта это возможно сочетать в том плане, что в каждой дисциплине там где-то вот человек держит определенный уровень. Вот в частности, как военное троеборье, там пятиборье, и вот несколько вот схожие такие прикладные аспекты. И то же самое там, допустим, как адепт рукопашного боя, боевого рукопашного боя, может вот сочетать, что в определенной мере у него и физические параметры, силовые параметры, там, взрывная сила, силовая выносливость, техническая там, подготовка были на определенном уровне, и они будут более-менее гармонично сочетаться. Но это такой будет всегда усредненный вариант.
И в первую очередь, занимаясь изометрическим тренингом, или, допустим, как вот в практике гиревой, которую я вам продемонстрировал, когда мы занимаемся как бы в контрпродуктивном режиме, поднимаем веса медленно, плавно и максимально напрягаясь, мы тренируем в первую очередь психику. Вот, вот здесь заложена основа и успех любого, любого вида и направления, в данном случае спортивного. Любая практика исходит из головы, ну, образно говоря и упрощенно говоря. И именно вот эти режимы изометрические и динамические в медленном темпе дают нам возможность концентрироваться на действии, помогают максимально эффективно структурировать тело, обратить внимание, как мы стоим, какая у нас стойка, как мы начинаем свое действие и силовую волну от пят и до макушки. Вот это возможно, вот такая концентрация на действии возможно только вот в двух режимах. В статике, когда мы спокойно, плавно начинаем работу, и динамика, но в медленном темпе, которая также способствует концентрации. Ничего нас не должно отвлекать. Второй момент, самый важный. Почему именно такой режим позволяет закалять? Именно вот слово «закалять» вполне можно применить в данном сочетании, как закалять нашу психику. Дело в том, что, в принципе, у нас есть же внутренние тормоза. Я очень, опять-таки, примитивно буду говорить и коротко. Когда наш мозг сталкивается с каким-то явлением, да, или мы пытаемся выполнить какое-то действие, непривычное для нас, ну, в данном случае, опять-таки, говорим мы о силовом тренинге, допустим, поднимаем отягощение, непривычное для нашего мозга, и включается тормоза самосохранения, и он сразу дает команду СОС. Неважно с каким весом, хоть 15 килограмм, хоть 2 килограмма, хоть 3, если наш организм не привык, мозг не сталкивался даже с такой минимальной нагрузкой, условно говоря, он начнет посылать сигнал тревоги, и тело сдастся. Вы не поднимете. Это не говорит о том, что у вас нет силового потенциала поднять там 2 килограмма, там 15 килограмм, 16 килограмм. Нет. Просто нету закалки, нет тренированности психики, мозга. Вот это самое основное. Не налажены нейрологические связи. Нету импульса, должного импульса. Мозг должен дать импульс. Сухожилия, мышцы и так далее и тому подобное, чтобы мы могли выполнить качественно это действие, выполнить задание, поднять, допустим, вес, там, гирю поднять, штангу и так далее. То же самое касается, допустим, такого распространенного явления, как вот упражнение на перекладине, турнике. Вот элементарное подтягивание, да? Огромное количество людей, независимо от веса. Понятно, чем тяжелее человек, тем сложнее выполнять гимнастические упражнения. Независимо от веса, виснут на турнике и не могут выполнить даже одно подтягивание. Это тоже не говорит о том, что у него нету силы, просто вот нету такого силового потенциала. Нет. В определенной мере это вот срабатывает вот эти наши пограничники в голове, которым вот это действие, вот эта силовая нагрузка кажется катастрофической, аварийной. И он опять-таки дает команду СОС, тело мякнет, и мы висим как сосиска, мы не можем продолжить. Потому что опять-таки нету закалки нашей психики, наших мозгов на данный вид деятельности, ну, допустим, на подтягивание. Поэтому вот еще в чем вот, ценность вот таких тренингов медленного динамического выполнения и статического режима в том, что он позволяет наш мозг постепенно адаптироваться к той или иной, к тому или иному действию и в той или иной нагрузке, в данном случае силовой. И третий концептуальный аспект, о котором я хочу вам напомнить. В чем основа силы? Основа силы – это в напряжении.
чем больше наш мозг, наша психика будет способна генерировать напряжение, тем больше результат покажут наши мышцы, наши сухожилия, связки и все наше тело. Вот, и этот тренинг, именно этот тренинг, и в чем его ценность, еще раз подчеркиваю, что оно тренирует наше сознание, нашу психику на генерацию этого напряжения. Шаг за шагом, месяц за месяцем, год за годом, практикуя в таком режиме, мы учим свою психику, свои мозги на определенном промежутке времени выдать на гора максимальное напряжение. То есть мы учимся генерировать напряжение на протяжении определенного диапазона движения. Неважно, это то ли статика, мы там хотим гвоздь разогнуть, или цепь порвать, или еще сделать всевозможные такие вещи. Или же при поднятии весов, особенно больших весов. Потому что если на каком-то промежутке времени, на какой-то траектории у нас иссякнет вот этот запас генерации, естественно, мы остановимся на полпути и не выполним упражнение. Вот этот режим, вот эти режимы тренировок и позволяют максимально научить, закалить наше сознание, наши мозги, нашу психику на максимальную генерацию. Когда мы выполняем на определенном промежутке времени, вот, допустим, статическое упражнение, мы же постепенно, плавно входим, и в процессе упражнения, опять-таки на определенном диапазоне временном, мы постоянно увеличиваем напряжение. То есть мы постоянно генерируем напряжение до определенного момента. Потом плавно выходим с упражнения. Мы об этом коснемся чуть позже еще раз. Мы сделаем более продвинутые варианты, я попробую вам раскрыть. Вот несколько вот таких аспектов, которые делают ценным, очень полезным и эффективным такие виды тренинга.